что в 2008 году появился этот замысел. Он не сегодняшний, он не актуальный, он не острый, это не злоба дня. Это фильм, который вынашивался несколько лет. Поэтому под каждым кадром подпишемся и знаем, что мы делаем. Вот. Знает ли министр культуры, что он делает, это уже вопрос к нему. Вначале говорил о том, что общество поляризовалось и очень активно реагирует. И мне кажется, ответ только один, что затронуто что-то очень важное. Что-то очень важное. Видать, мы просто как-то попали в какое-то средоточие. Мы взвешивали, нужно здесь это употреблять, там, ненорматив или не нужно, в этой сцене, в этом монологе, нужно или нет. И приходили всякий раз к тому, что только там, где это просто необходимо, где это организует пространство речи, где это создает какой-то объем персонажу, только там мы это оставляли. То, что вы видите в Левиафане, это русский дом. Самый типичный. Хотя, надо сказать, те, кто бывали на севере, знают, что такое север, ставят в упрек, что такой веранды на берегу Баренцева моря просто по определению не может быть. Все окна в этих домах маленькие. Такая веранда в Териберке или где-нибудь там на Кольском полуострове просто невозможно бы была. То есть здесь художественная задача для того, чтобы открыть это пространство во все почти четыре стороны, видеть пространство за домом. И поэтому у нас все практически сцены решены на веранде и так далее.